Как выглядят самые красивые актрисы Индии без капли макияжа и фотошопа? Давайте посмотрим. Айшвария Рай. Такую яркую внешность хотела бы иметь любая девушка. Кажется, ее красота не подвластна времени. Всем бы так выглядеть в 47 лет. Приянка Чопра. Приянку редко можно увидеть ненакрашенной. Обычно она во всеоружии или с легким мейком. Но мне удалось найти ее фотографию без макияжа и фотошопа. Что скажете? Санам Капур. Если Санам убрать мешки под глазами, то она практически не отличается от гламурных образов, которые мы привыкли видеть от нее на красных ковровых дорожках и фотосессиях. Катрина Каиф. Косметика делает лицо Катрины выразительнее и ярче. Вы согласны, друзья? Джухи Чавла. Мисс Индия 1984 года, несравненная Джухи Чавла, увы, очень сильно испортила себя пластикой. Но для своих 53 лет без макияжа она выглядит хорошо. Карина Капур. Карина, пожалуй, единственная знаменитость Болливуда, которая не стесняется выкладывать в Инстаграм свои настоящие фотографии без капли макияжа. Ее за это часто хейтят, называя страшной бабой-ягой, но Карина такая, какая есть. Она любит и любима, остальное для нее не важно. Пхуми Педнекар. У Пхуми яркая от природы внешность, поэтому она и без макияжа выглядит эффектно. Анушка Шарма. Анушка в свои молодые годы уже полностью перекроила свою внешность, что весьма печально, но без макияжа она выглядит вполне мило. Ильяна Ди Круз. Ильяна не стесняется своей естественной красоты и правильно делает. Она и без косметики очень миленькая. Ями Гаутам. Мне кажется, что Ями не идет тонна макияжа, она и без него красавица. Друзья, кто из актрис вам понравился больше всего без макияжа? А кому лучше все-таки немного накраситься? Пишите свое мнение в комментариях. С вами была Мила, до новых встреч!